Так, привет, мои хорошие. Сегодня я пришла в Летуаль. Сейчас проведу небольшой видеообзор по косметике люкс. Больше всего меня интересует продукт Кушон. Так, что у нас в Летуале? Живанши, Эв Селоран. Посмотрим сейчас, в каких люксах представлен у нас Кушон. Вот, смотрите, вот он. Итак, добрый день, Кристина. Расскажите нам, пожалуйста, что же такое продукт под названием Кушон? Это тональное средство, которое хорошо увлажняет, которое хорошо наслаивает на кожу. Его можно в течение сегодня поправить. То есть, если утром нанесли его, можно вечером его также поправить наверх макияжа. То есть, можно хорошо увлажнить кожу. Такое инновационное средство, очень удобное, то, что его можно носить с собой. Обычно тональный крем вы, конечно, не сможете, да, допустим, наслоить, немножко будет неудобно. А здесь будет аппликатор, который очень легко, то есть его можно также помыть, и легко будет также наслоить макияж. То есть это удобно в первую очередь и очень интересно. То есть отличается, да. Интересно. А вот скажите, по ценовой нам... Ценовая категория варьируется от 3 до 5 тысяч, ну, в зависимости от линии тоже на данный момент сейчас, у нас магазин не представлен. Отлично. Так, кто же у нас покупатели этого продукта? Кто они? Люди, которые любят люксовую косметику, которым нравятся упаковки, которым нравятся хорошие текстуры, увлажняющие компоненты. Так, в Живанши покажите нам, как он выглядит. Здесь будет немножко другая текстура, немножко другая упаковка, не как в Селоран. Здесь вы нажимаете на саму коробочку, и здесь будет выходить текстура с этих дырочек. То есть здесь губки нету. Можно Ланком еще пойти. Да, давайте посмотрим. Огромный ассортимент косметики, конечно. Ланком тоже будет именно с губкой. Вот сам аппликатор, который наносится, тональное средство. Сколько цветов обычно в Кушоне, оттенков? Да, очень большое количество. Порядка 10, наверное, оттенков найдется. От самых светлых до самых темных. Но опять же, это и для европейских клиентов. Давайте посмотрим еще. Герлен у нас представлен, Кушон. Герлен будет примерно такого же плана, как и Живанши. Также будет текстура именно выходить. Мы чем вот сюда прислоняемся? А у здесь нас будет что губка. Должно быть? Губочка здесь должна губка, быть. Да, есть. Так, тоже оттенки. Можно, в принципе, если желать, можно посмотреть, как это выглядит в товаре. Да, ценовая, смотрите, политика у нас. 3,699. Правильно это называется? Да, да. Вот губка. Все, красиво, люкс. Ну, то есть это запечатано все, то есть никто не сможет это открыть. Ну, это красиво, это роскошь. Это роскошь, да, совершенно правильно. То есть девочка, допустим, девушки, которые еще не зарабатывают, скажем так, они пока себе не могут позволить такой продукт. Это роскошь. Так, здесь у нас хлорин. Смотрите. Так, здесь тоже вот губка. Так, откроем. Вот оттеночки. Все красиво. Еще скажите, пожалуйста, пудровые какие-то вот такие моменты добавляются вот этот продукт, или это чисто тональный крем? Это тональное средство, да, легкая текстура, в зависимости от типа кожи. Все, то есть если кожа будет склонна к сухости, это будет отличное средство для увлажнения кожи. Если кожа нормальная, то, естественно, то есть это будет тоже отличный продукт. Если кожа склонна более к жирности. Чуть пудрой. Так, Клара. Нет. Вот он, Кушончик из шоссе, да? Теперь давайте посмотрим, как же выглядит Кушон в бренде Сиалюкс Швейцария, и посмотрим, какие у нас есть плюсы. Значит так, вот таким образом у нас выглядит сам Кушончик. Вот она, губочка для нанесения. Здесь у нас есть зеркальце такое симпатичное. Так, вот в этом в одной упаковочке, в этой 15 миллиграмм, видите, продукта, то есть тонального крема. Вот это идет сменный блок, который полностью запечатан в отдельной упаковочке. В нем тоже 15 миллиграмм идет крема. Общая, получается, масса у нас в упаковке 30 миллиграмм. Это очень выгодно, это очень удобно. Вы можете с собой брать одну упаковочку, пожалуйста, в дорогу. Куда угодно, на работу, поправлять макияж в течение дня. Вот что мне понравилось, то что этот продукт можно наслаивать. Он отлично встраивается уже на нанесенный крем, будет встраиваться. Это очень удобно для девочек. Итак, вся люкс у нас представлена два вида кушонов. Один в белой упаковочке. Покажем, как он выглядит. Тут тоже есть зеркальце.
кушончик, ватный наш спонжик. Теперь смотрим, что у нас еще есть в этой упаковочке. А у нас тут представлен что? Сменный блок, ребята. Вот такой кушон будет стоить уже 1500 рублей. Вот так выглядит сменный блок, он полностью запечатан. В нем 13 грамм. Вот видите? 13 на 2. Пока тут все по-китайски.